А мы едем в Зеленогорье посмотреть, что за озеро зеленого цвета там есть. Если ехать со стороны Судака, то нужно проехать село Морское, потом по трассе увидите поворот на Зеленогорье направо и туда повернуть. Мы выезжаем с нашего кемпинга. Вот она сейчас, этот указатель здесь. И мы туда вот сразу, тот поворот, нам надо повернуть. Вот сюда, на Зеленогорье. Вот здесь есть табличка «Горное озеро, водопад» на углу. И поехали, посмотрим. Урочище Панагия, водопад и горное озеро. Сначала мы сходим на горное озеро, посмотрим, а потом водопады. Вот здесь подъехали, такая парковка для машин бесплатная, большая довольно-таки. И вот сюда, я так понимаю, идти нужно на озеро. Пойдем смотреть. Пошли на озеро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на озеро? Да, а вы? Вам туда вот. Да, хорошо. Туда. Пойдемте, проводите нас. Пойдемте. Вот оно, озеро Панагия. Зеленое горное озеро. И коровка ходит. Правда, зеленого цвета, да, такое? Можно потрогать, спуститься? Можно, конечно. Гор находится. Пойдем подойдем, посмотрим. Ну как водичка? Теплая. Теплая? Можно прям купаться? Да, теплая. Так, надо спуститься аккуратно. Собак уже наш поплыл. Он быстро соображает. Рич, плыви сюда, Рич. Рич, плыви сюда. Рич, плыви сюда к нам. Хорошая водичка, Рич. Теплая. Нормальная, скажи, да? Ух ты, посмотрите. Не знаю. Посмотрим. Нет, там не прыгают, там просто съезжают и все. И все, что ли? Не прикольно. Совсем не прикольно. Там пляжик, люди могут искупаться в этом озере. Водичка не холодная, приятная такая. Пойдем сейчас обойдем вокруг озера, посмотрим, что там. Озеро небольшое. Говорят, что, 19 или 20 метров глубиной. Ну, купаться вполне можно. Тут такая тропинка есть понад озером. Узенькая, которой можно пройти вокруг. Сейчас посмотрим, там вот устье озера есть, что там. Самое главное, наш турист бежит.
вперед всех. Самый первый довольный, искупался. Он когда искупается, ему так хорошо. Он освежается, ему не жарко. И он счастливый прям бегает. Конечно, уже 3 недели на море. Отдыхает пес Барбос. Вот он. Устье озера. Ну, счастье. Вот, вперед не уходи. Знакомство, да? Речи, ты только не собирайся. Речи. А, ну тут смотри, оно тут это, наоборот втекает, речка здесь маленькая. Там родник. Метров 100 родник. Там, вверх. Ну, да. По-любому тут родники, даже горное озеро. Ну, родниковая она похолоднее. В озере она, видишь, нагревается. Это дикие яблочки. Где-то растут. Не знаю, не вижу пока. Вот озеро с этой стороны. Сверху. Идем по высокой тропе, чтобы его сверху разглядеть. Такое вот красивое. Прямо изумрудного цвета озеро. Зеленое-зеленое такое. Красивое. И вокруг горы. Но он похож не на песика, а на какого-то человечка лесного. Там не а только не урони, пожалуйста. Ну, чуть-чуть и на песика, кстати, да. Вот он прям носик. Знаешь, на кого? На чуваку похож из «Звездных войнов». Ну, вот это торчит прямо из камня голова. Ну, да. Лицо. Ну, как будто опять за ним привидение. Тут все скалы, горы такие интересные. Красивые. Ну, не с одной серии. Ора. И вот уже вода, речушка. Скоро, наверное, уже дойдем до водопадика. По мостикам. Такой подъем в горку по лестнице. Посмотрим, что там наверху. Проход. Тут что-то водичка. И тут такая ванна купательная. Это вода холодная? О, холодная. Такая прохладная. Ну да. Скупаемся, сейчас посмотрим вначале. О, мама! Давайте заберем. Мам, я тут не нырять могу. Маленький водопадик. Поднимаемся по лесенке. Такие здесь сделали маленькие проходики над скалами. Чего?
Еще одна ванночка. Еще одна купательная ванночка. Маленьким водопадиком. Дорога, конечно, сложная. Там и скользкие, и мокрые. Там что есть? Что-то есть? Маленькая еще одна ванночка. А, мама. Там дальше больше ничего нет. Наверное, это последняя ванночка, там скорее всего. Вот такой каньон в щели. И здесь много-много разных ванночек, чтобы искупнуться. Мостики уже полуразрушенные. Здесь все качаются страшные. Дальше, если подняться, вот такой ручеек уже остается. Но пока что не видно никаких ни водопадов, ни ванночек больше. Сейчас дойдем, сколько сможем до конца. Посмотрим, что там дальше. Дорога выровнялась, уже идет не в гору, а просто по ущелью. Прямая, ровная. Тут, конечно, такая красивая речушечка течет. Ну, что-то, мне кажется, еще впереди будет интересное. Красиво, конечно. Виды такие потрясающие. Так, как тут пройти лучше было бы? Может, тут по низу удобнее будет, чем по верху лезть. Вот. Водичка грязноватая. Не очень-то чистая. Вот надпись на камне. Родник. Видимо, здесь из-под земли скали вытекает водичка, скорее всего, родниковая. Сейчас попробую. Наверное, холодная. Ой, ледяная, точно родник. 100% вот этот родник. Родниковая вода. Холодная. В самой речушке в этой... Нет, вода не такая холодная, как там. Чуть-чуть потеплее. А вот тут опять начинаются горы, скалы. И вон там уже виден водопадик. Все-таки он есть. Сейчас посмотрим. Тут сложный подъем. Сейчас поднимемся, покажу. А вот он, этот водопадик. Маленький, но все равно красивенький. Купаться тут, конечно, что-то не очень. Грязная вода, мутная. Посмотрим, что еще выше. Там что-то есть наверху? Наверху что-то есть? Значит, пойдем смотреть. Вот сверху водопад такой течет. Наверное, когда полноводный, он здесь, наверное, очень большой и красивый. И воды больше. Наверное, тут всю чашу заполняет. А сейчас пока что оно чуть-чуть пересохло. Дождей давно не было. Стоит жара. Шли-шли мы по ущелью. Речка маленькая. Воды практически нет. И мы так думаем, что и водопада больше там нигде нет. И решили дальше не идти.
Что-то тут ничего больше интересного. Скорее всего, вон те ванночки и были теми, в которых можно купаться. Там было видно, что там водопад был. Ну, маленький водопадик был, и все. Не знаю, дальше пойдем, не пойдем. Сейчас вот за поворотик дойдем, и все. Если ничего больше нет, то разворачиваемся обратно. Такой маленький ручеек, совсем мало воды. Может быть, он, конечно, из самых гор, он оттуда вытекает. Но мы туда точно уж не полезем. Переходики такие из камней сделаны. Тропинка вихляет туда-сюда, через речку. Не знаю, люди там еще дальше пошли. Может, о, что-то нашли мы. А это маленький такой водопадик. Мини-водопадик. Все, мы решили дальше не идти. Разворачиваемся обратно и идем назад. Водопада мы так решили, что большого все равно не будет, так как очень мало воды. Речка практически пересохла. Даже если он там есть, то смысла нет туда идти. В общем, до последнего водопада, как мы поняли, идти еще где-то полчаса, минут 40. Все время в гору, вот по такой дороге. Скользкой, мокрой, каменистой. А в конце там, говорят, вообще ужасная дорога. Но сейчас подойдем, посмотрим его издалека, наверное. Прям к нему не будем потом ходить, а издалека посмотрим. Вон он, водопад. Ну, маленьким. Дальше не пойдем до него. Мама, пойдем? Пойдем. Подожди, Санечка. Все, до самого водопада мы решили не подниматься. Там очень мало воды. Он совсем не полноводный, речка маленькая, соответственно, и водопад такой же. Идем обратно. У нас потеря, нет, 3 бойца с нами. 2 бойца сразу у нас остановились, когда лестница была крутая. 1 боец где-то там ждет на камне. Пойдем сейчас его встречать.